Так, Евгений Гитарный, скажите по поводу принятия ванны с одной чайной ложкой йода. Ну что, ну принимайте эти ванны. Уж знаете, можно так сказать, да, можно принимать эту ванну. И считается, что если недостаток йода, то это все будет поступать через кожу. Ну, можно так. Такой метод использовать. Можно использовать вместо йода эти самые морскую капусту. Здорово, здорово. Чаря, кончились. Здравствуйте. Богатырь. Что ли, мамы, привет. Будь здорово.